Наконец-то время пришло посмотреть, что же в этих подлых сундуках находится, друзья. А? Так, давай для начала бордею. И где она тут, блин? Ах, наконец-таки. Так, надо сразу ордею, тогда пойти поспать, вскрыть этот сундук, посмотреть, что там есть. Потом к драконам, потом вот туда, в деревушку. Еще какой-то пещерки. Взломать замок вроде. И уже, по сути, можно будет мне попутешествовать хотя бы по миру. Убивать. Я кочурюсь полностью. Ну, ладно. Так, стоп. Мы присматриваем за всем. Я у тебя посплю. Увидимся. У тебя сундучок. Я же этот сундук обчищал. Возможно. Покажи. И сволочи. Ладно, прикупим болтов. Эту хрень. Пригодится всяко. Вот об этом. Болит, я вам тебе давай загоню. Может, тебе и все равно. Часы. Он 100. Какие виды вооружения у них есть? Так, ладно, не надо на башню. Великом. Первую. Это моя основная цель. А, наконец-таки это изучил. Можно по миру будет бегать, хотя бы опасаясь того, что если найдешь что-то. Это, пожалуй, было самое бесячее. Прикинь. Сколько я его не смогу открыть? Я буду рыдать. Что-то бы сделали здесь как-то в World. То есть любой сундук, любой сложности ты можешь скрыть, если... Достаточно будешь быстро клацать этой мышкой. Покажи мне. Появилось. Тоже болты у него есть. Тебя там спрятано, дяденька. Давай посмотрим. Сломано. Опа! Ледяное копье, катука, самородок. Ни хрена себе колечко, ёп. Сапфир, да ни хрена себе, слушай. Сказал я себе. Жесть. Слушай, это мне ой как нравится. Так, теперь кабдун. Это куда? Я надеюсь, у драконов там будет что-то вкусное и ценное. Я же с ними так долго парился.
А, еще верхняя пещера, точно. Там что, в сундуке тоже некто. Отлично. А сейчас прогрузится. Ох, ёп. Ненавижу я такие сюрпризы. Улыбочку. Блин, опять завели. Был. Здесь никого не вижу. Ага, порядок. Так, а здесь я что-то не вижу. Сундучок, который бы мне вскрыть можно было. Ой. Не то пальто, да? Явно не то. Я пришел, ну. И этот невозможно. Так, их тут должно быть двое. Ну-ка. Удиви меня. Ну, я бы не сказал, то, что это не то, что ожидал. Ну, ладно. А где-то второй сундук. Вроде два сундука. Не, ну серьезно, что ли, только один? Блин, Галяк, реально только один сын. Так, ладно. Теперь куда нам надо? В Ордею, я так полагаю, да? Ортея, Ортея. И в Ордее пойдем сразу по этой вот дорожке. Сохранимся. Такое колечко найти-то ядрить напополам, извините меня. 15. Кольцо половина моих доспехов. Очень редкий артефакт. А, да, кстати, надо посмотреть, что это за кольцо называется-то. Это... просто кольцо. Ой. Одно. Просто обычное колечко. Ну. Ню-ню. Я так, блин, и поверил.
Блин, чё, все отреспаунили, что ли, уже? Издеваетесь? Ага. И вон, по новой отреспаунили. Ладно. Ухо навозное, блин. Кстати, вот мне стало интересно кое-что другое. Там есть кто или нет? Раз респаун-то произошел. А, значит, респится, по идее, только животные. Блин, прикольно. О, точно, раз они отреспаунили, значит, можно там бандиты отреспаунились. Надо проверить, вот это именно, отреспаунятся ли бандиты. Это пренепременно надо проверять, потому что если бандиты респаунятся, можно найти несколько гнезд бандитов и нормально их. Натягивать на разные места. Он очень странный. Зайцы. Мясо. Прямо и мясо. Ну? Нет, бандитов я здесь не вижу. А вот целую группу волчат я вижу. Так, да заберемся? Заберемся. Здорово, блохастики. Да, кстати, давай-ка восьмерочку я поменяю. Айси восьмерочку. Не, оно выходит очень дорого довольно-таки, да? Шикарно, осики. Целую стаю волков затянул, нормально. Ну и зубы, да? Ну пошли. Уйдете?
Ага, даже так. Твари-то какие подлые, слушай. Писец, а чё они такие хитрые? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хитрая. Да уж, сказал я уж. Вы что, издеваетесь, что ли? Походу начали респиться вообще нон-стопом. Это мне не катит. Сломано. Неплохие, конечно, заклинания, я не спорю. Все дела. Там ничего нет. Ну, блин. Это уж больно круто, я вам скажу. Что-то как-то не респится. Жесть как. Так. У них отреспился, у тебя ни хрена не отреспился. Не вы жопа. Сходил бы, стрел взял. Тихо-тихо-тихо. Что-то, слушайте, я тоже булки расслабил. Сейчас я всех сделаю. Делал. Так все просто, как хотелось бы. Так, ну там деревушка есть. Меня волнует тут. Если там никто не отрезался. А то взять с собой Диего, с Диего бегать. Просто как-то... А, это уже не поможет. Диего сможет на себя хорошо принимать удары. То есть... Много имбалансно будет. Пожалуй, нет. Они отреспили. Алина! Зараза! Волочи! Гады! Козлы! Там, кстати, их булавы неплохо стоят. Так вот, что ни говори, зомби немного полезная. Шипастая дубинка их. Скажу, насколько она.
Колючая 84. Шипаста, видите? Их тут можно фармить. Довольно-таки неплохо. Я опять же не понял, с этим респом вообще все странно. И жестко. А может и не было респауна. Не, респауна не было, просто один еще там сидит. Вот ты прятал от меня. Как вызов молнии, зелье превращения, мясо, монеты. А, ну 400 монет хотя бы. Даже не знаю, стоит ли это того, чтобы так париться. Но немного стоит. Давай мяса немного пожарим. У меня ТП восстанавливает. И я вот думаю, есть такой интересный городочек. Это не этот. И вот этот, да? Вот он, Моросул. Давай-ка в Моросул пойдем, потому что там было... Ой, как много сундуков. Сейчас мы там пошерудим немножечко, покайфуем. Не знаю, опыт, конечно, в этом я вряд ли подниму. Тутова. Морковь. Стой. Мы с... Вот они мне начинают напрягать этим очень сильно. Я... Ясно, ты, наверное... Уж можешь мне поверить. Почти... Ты уже дрался? Филиппа раздобыл... Следующий чемпион получит лун. Разве это не... Если тебе нужно еще оружие, и если хочешь узнать... Пока... Лунный клинок, да? Улучшенный доспех ассасин. Баланка магической руды у меня самого есть. Кстати говоря, сколько у меня их там. Три штучки. Ничего такого. Стой! Да тебе... заеб... Грязный воришка! Слушай, вот это вот меня в этой игре немного поражает. Стой, собака! Он же не видел то, что я что-то беру. Откуда он может это знать? Ты ведь совсем не... С каждой... Ты видел элитных воинов? Понимаю. Я могу раздобыть для тебя пару заданий. Моросул, может быть... Что? Заказное убийство. Я охочусь за одним вором. И за пар... Да, еще... Кто этот вор, который... Его зовут Юсуф. Он украл артефакты во время раскопок. И что в этом необычного?
Во-первых, он украл артефакты, с помощью которых можно открыть храм. А во-вторых, он позволил себя поймать, а потом сбежал. Этого Гонсалес ему не... И все же орки лишь гости в нашей стране. Понимаю. Если бы это было так просто. Карманную кражу учил, чтобы ничего не... Хорош, пас. Может, тебе и все равно. Ладно, давай наберем у него задание. Раньше это работа. А, ты охоту даже. Уладь это дело сам. Расскажи мне поподробнее. Об Кафу. Я могу сказать тебе об этом раньше. Что насчет пропавшего? Его. Ладно. Я разыщу охранник. И что это? Тон. Я... Без этого проблем не хватает. Стой! Тебя грязный вор! Да вы задолбали меня. Ой, господи. Ну, в этой игре, конечно, стой они вот месте, с модами, когда делали, ну, перемудрили вот это вот воровство. Это каждый из столов знает, что ты что-то своровал. Ну, я понимаю, конечно, кто-то не любит воровство, но это одна из плюшек игры. Неплохая была. Наверное. Привет. Как иду? Ты часто... Время от... Ладно, мне это не интересно. Что я должен... Мне нужно избавиться от этого. Отведи оркнарока в храм древнего народа. Пусть они снимут. А в чем проблема? Солнце, оно сводит его с ума. Прошлой ночью он стоял передо мной в моем шатре с этим Парень, уводи его прочь отсюда. Отпусти его. Да тут и рассказывать-то нечего. Единственное, что он всегда носил с собой, был тот кубок. Он... Похоже... А где? Похоже, у тебя есть к нему интерес. А я-то думал, что это штуковина и гроша. Кубок находится... Поработай на меня. Ладно. Стой! Тебя разыскивают... Я не верю ни... Вонючий вор! Стой на месте, трус! Не дадут ничего стыбрить, это вообще свет. Тоже нет. Здравствуйте. Неплохо. Хотелось бы лучше. Угу. Так. Слушай, даже не знаю. Вот один сундучок мне понравился, конечно. Судя по всему, он единственный. Вряд ли. Не могу в это поверить. Стой! Тебя разыскивают. Будет лучше, если ты позабудешь. Чтобы без глупости. Стой! Тебя разыскивают. Еще другое решение. Чтобы без глупости. Как меня это раздражает уже. Не могу в это поверить. Будет лучше, если ты... Ленина, я могу... У меня нет нужных ингредиентов. Никто ничего от меня не узнает. У меня нет нужных ингредиентов. Я не буду делать работу. У меня нет нужных ингредиентов. Ладно,
Нет, у тебя этого нет, у тебя того, третьего здесь. Никто ничего от меня не узнает. Не могу в это поверить. Там взрывные стрелы, руда, это хорошо, зелепка. Есть еще другое решение. Правда, магические стрелы, стрелы с руды. Блин, даже не знаю, что сказать по этому поводу. Это, конечно, круто, прикольно. Я доведу дело до конца. Стой! Тебя! Никаких глупостей. Я... Можно и... Я покупаю и... Рабы из храма... Раз... Он был лучше, если ты это... позабыл у себя имя... сам. Интересно, мне кушать уже, если честно. Я помогу тебе, но... Я... этого и... момента... Чего тебе? Это никогда не должно повториться. Амулет защита от стрел плюс 20. Что неплохой, но мне... Только надеяться на... Бесполезен. Каменную табличку я возьму. Защита от клинка. Есть еще другое стрел. Кольцо. Ненавижу, когда такое случается. Так, это на что, ловко? Это никогда не должно повториться. Сам всяк кузнец своего счастья. Еще было вообще. Все в руках Белиара. Я долго ждал этого момента. Ничего хорошего из этого не выйдет. И а ее может открыть, этом... Абсолютно уверен. Ладно, короче, баланс вот так вот держи. Будет лучше, если ты позаботишься. Как раз пока древнюю магию буду тут увеличивать. Я могу только надеяться на это. Что-то о древней магии. Что-то. Будет магия. Лучше, если ты... Может, таки у меня, возможно, будет шанс нормальной древней магии изучить. Вообще, хоть эти... дурацких табличек, ну ладно. Ничего хорошего из этого не выйдет. Магическая защита тараф от клинков. Когда такое случается. Огня. Каменная табличка снова. Что-то о древней магии. Неплохо. Если будет у меня какая-то возможность изучить вот эти вот все таблички, я вообще тут, не знаю, богом стану. Ну, второй годик их надо было искать. Походу, и не надо. О, мы подозреваем тебя в воровстве. Где мы, любимая? Эти скиллы вытащить не могу обратно, зараза. Никто ничего от меня не узнает. Застрял, блин. Раскормил я тебя. А, скорее всего, рогами застрял. Вроде не женат, а рога имеются. Да. Скажи товары. Все в руках Белиара. Тушеное мясо. Есть еще другое решение. Будет лучше, если ты позаботишься об этом сам.
Неплохо. Неплохо, я вам скажу, эти ящики у них можно поскрывать, и к тому же магия немного подучил. Сломано. Так вот это уже интересней. Чтобы, блин, прям... Ой, ай, я радовался этому помрачению. Чего интересного? Так, ну я думаю, древнюю магию я смогу так хорошо накачать. Правда, почему у них по 4 таблички? Вот в чем вопрос. Это значит, я должен прочитать все 4 таблички. Это почему-то так не работает. Блин, отстой как. Могу сейчас так древнюю магию напилить. Достаток точно. Спокойно, даже больше. Пошли далее. Вроде здесь уже почти все залутали. Шнил две. Так, что я тебе могу сказать? Тут где-то у кого-то кольцо было хорошее. Давай возьму одно, хрен ты с ним. Прочитать я все равно не смогу. Что-то о древней магии. Стоп, стоп, стоп. Только не говорите мне, что после переустановки модов игра нормально стала себя вести. Пока... Я могу их читать. Нет своего счастья. Утром все будет выглядеть по-другому. Что-то о древней культуре. Ох, друзья, вот это халява, вот это капец халява. Вот это круто. Так, теперь есть смысл даже тут. Я могу только надеяться на это. Пришло время действовать. Это не то. А, все в порядке. Что ж, друзья, буду, пожалуй, на этом серию заканчивать. У нас есть уникальная возможность прокачать хорошо древнюю магию. Очень хорошо. То есть, получается, где-то я знаю, что есть 40 табличек. Это примерно 120 древней магии, значит, можно смело качать силы. Всем удачи, всем пока.